В нашей республике активно развивается аквакультура. Так, в реке Сулак под кураторством Минприроды реализуется очередной масштабный рыбоводный проект. Его мощность 200 тонн товарной рыбы в год. Уже завершено строительство бетонных бассейнов общей площадью 450 квадратных метров. Установлены 3 садка. В прошлом году хозяйство вырастило более 75 тонн товарной форели. В бассейны дополнительно выпущены мальки рыбы в количестве 200 тысяч штук. Также проект включает в себя создание рекреационной зоны с размещением объектов досуга.